Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Игорь Авдасев, компания HD, директор по развитию. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко еще о компании HD. Мы уже общались с вашими коллегами, но через призму развития хочется немножко задать вам пару вопросов. Да, компания HD существует на рынке российском более 10 лет. Мы российский производитель светодиодных экранов медиафасадов. Скромно пишем, что мы номер один в России. На самом деле это неправда, это ложь, это фейк. Мы номер один в России и странах СНГ по производству светодиодных экранов медиафасадов. Да, насколько я знаю, вы еще являетесь партнером нашей выставки, потому что вы предоставляли нам какие-то интересные медиаплощади. Да, мы являемся и партнерами выставки, техническим подрядчиком, то есть в залах наверху стоят наши светодиодные экраны, которыми мы оформили сессии, где выступают спикеры. Мы являемся экспонентом, участником выставки, причем регулярно, уже не первый год у нас здесь свой стенд. Поэтому мы и технические подрядчики, партнеры выставки, и экспоненты, участники. Очень хорошее, полезное мероприятие. Хочу сказать, как директор по развитию компании HD, оно помогает нам развивать наш бизнес, особенно учитывая, что сейчас некоторые, скажем так, зарубежные бренды решили приостановить свою работу на российском рынке или уйти с рынка. Мы замещаем это нашим собственным производством, которое находится в России. Это не может не радовать, это замечательно. Скажите, пожалуйста, мы общались с вашими коллегами о том, что вы делаете хорошую продукцию, вы готовы делать ее под нужды заказчика, но вы, как директор по развитию, должны вот сейчас поделиться своей, наверное, радостью о том, что сложная обстановка, она всегда играет кому-то в минус, а кому-то очень даже в плюс, потому что крупные игроки рынка этого покидают Россию. Вот что вы об этом скажете? Скажу так, что, конечно, хочется пожелать, чтобы был мир, любовь и счастье, и процветание и в России, и в других странах, но в любой ситуации надо концентрироваться не на проблемах, а в том числе на возможностях. Сейчас действительно непростая ситуация. С одной стороны, есть сложности, но есть, открылось, как говорят, окно возможностей. Окно возможностей для производителей, для российских производителей. Поэтому, поскольку мы вот на неделе ритейл, это профильное мероприятие, а мы очень много работаем с ритейлом, это торговые сети продуктов питания, одежды, обуви, торговые центры, торгово-развлекательные центры, и экраны, медиафасады делаем и внутрь, индор, и на фасады. Поэтому мы наблюдаем картину, что происходит на рынке ритейла. Мы предлагаем нашим клиентам и партнерам свои решения, и видеоэкраны, и медиафасады, и программное обеспечение. То есть мы, как вы правильно сказали, мы смотрим, чем мы можем полезным быть для клиента, для нашего, для нашей страны, и стараемся быть гибкими и предлагать актуальные продукты, услуги, решения. А мы пожелаем вам на этом поприще удачи и успеха. Огромное спасибо. Я хочу обратиться ко всем участникам рынка ритейла, торговым сетям, поставщикам, подрядчикам, всем, кто как-то участвует в ритейле. Участвуйте в неделе ритейла. Это очень полезное мероприятие для привлечения новых клиентов, для привлечения новых поставщиков, подрядчиков и для развития вашего бизнеса. Спасибо. Спасибо.